В республике стартовала вторая международная конференция по евразийской безопасности. Она собрала порядка 600 участников из более чем 40 стран, представители государств, членов ОДКБ, СНГ, ШОС, других стран региона ОБСЕ и Евразии, руководители международных организаций, белорусские и зарубежные эксперты. С 1 ноября в стране вырастут размеры пособий по рождению детей. Единовременная выплата при появлении на свет первого ребенка увеличится до 4378 рублей. Второго и последующих детей до 6129. Беременные женщины, ставшие в поликлиниках на учет до 12-недельного срока, могут рассчитывать на денежную подмогу в размере почти 438 рублей. По 5 ноября на территории Могилевской области проводится дополнительный комплекс мер по профилактике ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения. Сотрудники ГАИ уделяют особое внимание работе с пешеходами. Чтобы обезопасить себя, необходимо пересекать проезжую часть только в установленных местах, а в темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами. На улицах Бобруйска продолжается активная установка камер видеонаблюдения. Определен перечень улиц, на которых в обязательном порядке появится всевидящее око – Минская, Гоголь, Октябрьская. Упор сделан на наиболее загруженные участки дорог – места с массовым пребыванием людей. С помощью устройств в режиме 24/7 можно распознавать не только лица, но и транспортные средства, а также определять оперативную обстановку и чрезвычайные ситуации. В городе проходит открытое первенство, посвященное памяти ветеранов бобруйского бокса. В соревновании принимают участие 185 юных спортсменов, представляющие 10 команд из Гомеля, Мозыря, Жлобина, Светлогорска, Могилева и Бобруйска.